Всем привет! Сегодня снимаю свой заказ по каталогу номер 4 Faberlic. Он у меня уже второй получился по этому каталогу, потому что праздники и всем все нужно. Первое, что вам показываю, это у меня в каждом заказе есть мыло для кухни. На этот раз с ароматом кофе заказали две штучки. Одну штучку с цитрусовым ароматом, одну штучку с фруктовым ароматом. Сонечка, нельзя. Так, из приключений сейчас вам покажу. Это у меня уже, я не помню, пятый, наверное, заказ. И каждый раз у меня что-то не то. То мокрый, грязный, то рваные коробки. На этот раз вот такая вот кривая, вся помятая. Она не выпрямляется даже если открыть. Это молочко. Штрудель с мороженым, молочко для тела. Слава богу, я заказала его себе, потому что клиенту я бы такой ужас не отдала. Он у меня шел в наборе со скрабом для тела. Что-то у меня запасы скрабов поиссякли, я решила пополнить. Так, скраб зафольгирован. Папа, в комнате иди. Так. Также я заказала себе крем-суфле для тела, вишневый конфитюр. Я так понимаю, да, он тоже зафольгирован. И к нему гель для душа. Эти средства было очень удобно покупать в наборчиках. Вот закрою этот кривой штрудель. Сейчас попробую выключить. Мне не нравится. Так, наверное, получше вам будет видно. Так, также моя мама заказала вот такую парфюмерную воду. Сенсуаль, не знаю, как правильно прочитать. Вот, пока открывать не буду, потому что она сама откроет. Для себя я также заказала набор, вот эта новинка, это для крем, гель для душа ухаживающий. Он у нас идет с соком инжира и молочными протеинами. И к нему пару заказала вот такое ухаживающее мыло кусковое. Так, остальное, а нет, не все мне. Также наборчик, мне посоветовали серию Beauty Cafe, я постоянно что-то пытаюсь заказать, постоянно чего-то нет на складе, и в этот раз я заказала все, что было на складе. Это вот такой наборчик, состоящий из скраба для тела, ароматная земляника, что-то у нас не наводится. Вот. Скраб для тела и лосьон спрей для тела. Я еще даже не слушала аромат, поэтому ничего пока сказать не могу, но подозреваю, будет очень сладенько. Вот. Из таких тоже вкусностей и брызгалок заказала османтус и лемонграсс. Вот такой спрей, его я уже успела послушать, очень мне понравился ароматик такой. Даже какой-то парфюмчик напоминает, мне очень приятно. К нему в пару заказала шариковый дезодорант антиперспирант. Так. Также решила попробовать серию Этноботаника, шампунь укрепления от корней до кончиков. Да, мышка, вижу. Ну и, естественно, к шампуню заказала бальзам. Буду все тестировать, пока это пойдет в запасы. Легендарный кислород, средство для снятия макияжа, по хорошей цене шел, поэтому решила заказать. Также очень хорошее было предложение на вот такой наборчик средств по уходу за ногами. Это маска, и в данный момент я такой маской пользуюсь. Знаете, эффект у меня впечатление от нее, я уже не первое, не одно применение ей пользовалась. Вот, и эффект как от плотного крема для ног, который под носочки, то есть то же самое. И в пару к этой масочке купила скраб для ног. Скрабики для ног у меня очень быстро заканчиваются, как и крема для ног, поэтому пригодится. Также у меня было какое-то специальное предложение для консультантов. Это крем-виноточник для ног. Я не помню, какая-то акция была. По 80 рублей, что ли, у меня получился. Решила заказать, тоже попробовать. Потому что у многих девочек слышала хорошие отзывы. Также по баллам. Впервые я решила активизировать свои баллы, потратить их. Я заказала
Совершенно бесплатно у меня получилось. Крем-гель для умывания Этнобатаника 30+. У меня есть этот набор 20+. Я еще его не тестила. Решила заказать 30+, потому что мне он подходит по возрасту. И буду заодно их протестирую, заодно сравню их действия. Как-то я ставлю все бухты-барахты. Также у меня клиентки заказали, они чуть-чуть опоздали к 8 марта, заказали вот такие наклейки на ушки своим внучкам. Затем такой блеск для губ. Ничего открывать не буду, потому что все это не мое. Блеск для губ. И целых 4 лака для ногтей. Они, по-моему, только 2 цвета совпадают. Остальные все разные абсолютно лаки. Так, опять мне пришли вот такие купончики, парочка штук. У меня 2 с прошлого заказа, 2 с этого. И еще я заказывала, обычно заказы Avon я складываю клиентам в пакетики. И в этот раз я решила заказать для тех, кто заказывает чисто заказ Faberlic, пакетики Faberlic. Вот к оранжевым у меня претензий нет, они такие более-менее ровные. А розовые пришли мне в таком помятым, вот не знаю, видно, камера передает, не передает, такой помятый вид, как будто ими уже пользовались, все такие, ну, не очень презентабельный у них вид, вот, ну, куда-нибудь, зато теперь буду знать, ну, я, конечно, еще раз попробую, может быть, мне просто опять в очередной раз не повезло, вот, на этом весь мой заказ закончился, все вам показала. Вот, следующий заказ уже у меня будет точно по каталогу номер 5, потому что 2 заказа по 4 каталогу, я считаю, что это очень даже немало. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!